Приобрести абонемент в фитнес-клуб ZFit на год или на месяц каждый определится сам. Здесь открыты двери для всех любителей фитнеса и здорового образа жизни. Мы приобрели современное оборудование, наши гости это обязательно оценят. Открыли новый зал с функциональных тренировок, тоже с хорошим современным оборудованием, поэтому рассчитываем, что все наши усилия будут по достоинству оценены нашими клиентами. Два зала с тренажерами и два зала для групповых тренировок. Занятия в каждом из них обязательно с инструктором. Во время презентации клуба свои фигуры гостям продемонстрировали профессионалы по бодибилдингу. Как правильно и быстро накачать мышцы, подскажут в новом фитнес-клубе ZFit. Парни выполняют поочередные махи канатами. Упражнения с канатами делают и девушки, но здесь задействованы мышцы ног и спины. Новый многофункциональный тренажер рассчитан на групповые занятия. Одновременно на нем могут заниматься до 5 человек. Стоит отметить, что фитнес-клуб рассчитан и на любителей фитнес-тренировок, и на профессиональных спортсменов. Теперь это не просто силовой тренинг со свободными весами и грузоблочными тренажерами. Это отдельная зона функционального тренинга, отдельный зал для хардкорных тренировок и любителей потягать большие железки. Но самый большой плюс – это 16 гектаров территории санатория Заполярья, которые доступны круглый год, ходить, гулять, наслаждаться. Это будет интересно не только спортсменам, которые любят заниматься, но и тем, кто хочет приходить с семьей, проводить время. Есть где занять детей, пока сам тренируешься, приводишь свое тело в порядок. В распоряжении посетителей фитнес-клуба два бассейна с морской водой. Один из них 25 метров и глубиной 2 метра, другой 19 метров, анимационный для акваэробики. Кстати, акваэробика является одним из самых действенных способов поддержки физической формы. Ну а летом можно воспользоваться волейбольной площадкой и пляжной территорией. Фитнес-клуб ZFit расположен в санатории Заполярье по адресу Пирогова, 10. Телефон для справок 259-1259. Елена Овсецна, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.